Побывать в Армении, не выезжая из Твери. Возможно ли это? Теперь да. В столице Верхневолжья открылся одноименный магазин, где представлены напитки и продукты одной из самых колоритных стран Кавказа. Как и положено кавказским традициям, презентация магазина «Армения» прошла в числе самых близких друзей. Был накрыт стол с национальными блюдами, закусками и напитками. Все приготовлено из продуктов, которые теперь может купить любой тверичанин. В ассортименте знаменитые армянские продукты от лучших производителей. Это различные мясные деликатесы, сыры, напитки, крупы, специи, варенье, соки, чай, кофе, сладости и множество другой натуральной продукции из солнечной страны. У меня язык не поворачивается назвать это магазином. Это настоящий социально-культурный проект. Здесь прекрасная еда, настоящая экологическая чистая, и мясо, и сыры, и всякие сладости. Здесь даже есть мороженое из Армении. И еще здесь нашло место сувениром из Армении. Видно, что здесь действительно с любовью это сделано. Такой, это бутик такой настоящий, да, я бы так сказал, и представленный. Нина, наверное, сегодня многие уйдут с покупками, мы точно что-нибудь постараемся приобрести. Сегодня, оказавшись здесь, в этом уголке Армении, действительно, глаза разбегаются от, знаете, и всех этих сладостей, от вин прекрасных. Это то окно возможностей, о котором мы очень долгое время мечтали. Руководитель магазина Артур Асаян говорит, что идею создания вынашивал долго. Он всегда сильно хотел чувствовать вкус армянских продуктов и напитков вдали от родины. Для меня это место, прежде всего, частица моей маленькой родины. Всегда хотелось вот создать что-то такое, которое будет всегда объединять, чтобы я себя комфортно чувствовал, что я здесь находясь, при этом как бы нахожусь одновременно в Армении. Еще раз как бы объединить наши народы, наши культуры, наши кухни, наши традиции. Поставки в магазин напрямую из Армении. Это гарантирует свежесть и вкус. Здесь вы можете приобрести продукцию со скидками в 5, 7 и 10%. Приходите и оцените настоящее кавказское гостеприимство в магазине «Армения» на Калинина, 13.